Здравствуй. Ты приехал. Татьяна Савельева, 18 лет, учетчица, не замужем. Я знала, что ты вернешься. Я всегда верила. Что значит верила? Ты вообще кто? Игорь Мелехов, 25 лет, автомеханик, не женат. И что ты тут делаешь? Ну я же Таня, внучка бабы Веры. Неужели не узнаешь? Танюха? Вот это да! Слушай, тебя совсем не узнать. Выросла. Какая красавица стала, а? Ну, здорово, невеста. Ну, дай пять. Не шути так со мной. Я уже не ребенок. А, то есть невесты не звать. Ой. Да, кстати, а как бабушка-то? Бабушка умерла. А мама приехала и продала нашу избу. А потом сама укатила куда-то. А я осталась на улице одна. Спасибо, твой папа приютил. Слушай, Танюшка, ты прости, что не могу с тобой поговорить по душам, но мы с тобой обязательно встретимся, обязательно. И поговорим. А это кто еще здесь? Ты? Я тебе сказал оставить ключи, а ты посмел? Антон Иванович Мелехов, 49 лет, владелец строительного склада. Отец Игоря, вдовец. Выкладывай все и убирайся. Это моя вещь и моя комната. Ах ты, твои. Сумка с твоими вещами вот стоит в углу. А остальное в этом доме тебе больше ничего не принадлежит. Убирайся. Дядя Антон, перестаньте. Ну это же ваш сын. Отойди, Татьяна. А если ты его жалеешь, если тебе не нравится в моем доме, можешь идти за ним с скатертью дорога. Не вмешивайся. У нас с ним свои счеты. Предупреждаю, с этого дня он для тебя умер, как и для меня. Татьяна была напугана тем, что происходило в семье Мелеховых, и не знала, как себя вести. Она решила обратиться к психоаналитику. Борис Ефимович, вы знаете, с детства, когда я не знала, что такое любовь, я полюбила Игоря. И все надо мной смеялись. Я всегда жила ожиданием лета, когда тетя Люда привезет к нам в деревню погостить Игоря. А он ваш дальний родственник? Нет. Я вам сейчас попробую объяснить. У тети Люды, у покойной, не было детей. Она вышла замуж за Антона Ивановича. А Игорь – его сын от первого брака. А теперь выходит, что я ему враг. А почему вы считаете себя его врагом? Из-за Антона Ивановича. Я всем обязана ему. Когда я осталась одна, он дал мне и дом, и работу. Здесь будешь жить. Тетю Люду жалко. Она была очень добрая. Да, добрая. И Игоря приняла как родного. Врачи делали, что могли, но хватит слезы проливать. Устраивайся. Мне вещи в шкаф положить, да? Располагайся, не стой. Будешь для меня как дочь. Сам Бог велел нам помогать друг другу. Ты одна, и я один. Ой, а с Игорем что, тоже что-нибудь случилось? Уехал Игорь навсегда и больше сюда не вернется. И весь разговор. Устраивайся. Не могу же я обмануть дядю Антона. Но и от Игоря я тоже отказаться не могу. Что мне теперь делать? Для начала понять, того ли Игоря вы любите. В сущности, вы не знаете Игоря. Он для вас детская мечта, а в детстве всегда все видится иначе. Но я же уже взрослая. Таня продолжала работать на складе. Игорь больше не появлялся. Привет. Наталья Федякина, 29 лет, экспедитор, не замужем. А ты что за компьютером делаешь? Мелехов увидит, убьет. Ты кто вообще такая? Я учетчица. Я базу учета формирую. Учетчица? А я думала уборщица. Новенькая, значит, старого поперли. А я Наташа. Работаю на этом замечательном складе. Таня, очень приятно. Ну, приятного мало, тоска одна. Старики да пьяницы,
Но слушай, отдавай Мелехову, на зло уволимся вдвоем. Прости, но я пас. Да шучу я. Я сама не могу, деньги вот нужны. Даже мелеховский сын ушел отсюда. А куда он ушел? В автомастерскую. Сейчас тебе что покажу. Смотри, красавец какой! Это он на автополигоне за городом. С приездом, госпожа Федякина. Здрасте, здрасте. Халат надень. Всю красоту складской пылью запорошишь. И марш работать. Слушаюсь. Пустая девица. Ты с ней лучше держись на расстоянии. Ладно, я по делам. Буду после обеда. Наталья проболталась, где встречается с Игорем, и Таня решила туда прийти. Привет. Я к тебе. О, Танюха. А как ты меня нашла? Тебе лучше со мной не встречаться. Отец не простит. Почему не простит? Я должна знать, я ведь с тобой не ссорилась. Я даже не знаю, почему дядя Антон тебя выгнал. Не знаешь и не надо. Я виноват. Но и он тоже виноват. Все началось, когда я решил организовать свое дело по ремонту мотоциклов. А отец самостоятельности не терпит. Дальше сложно все. Так что не обижайся, но про нашу дружбу лучше забыть. Илга пила и пирожков. Привет. Тихоня. Я с тобой откровенчала, а ты, оказывается, хозяйская племянница. Смотри, не сболтни. Что я с Игорем? Не сболтнет, не сболтнет. Поехали. Ай да Татьяна. Делаешь успехи, молодец. Спасибо. С меня прибавка и отгул. Но расслабляться рано. К твоим обязанностям на время прибавится выдача товара. Я Наталью уволил. Как уволили? За что? За неуважительное отношение к работе и дружбу не с тем, с кем надо. Мне добрые люди все рассказали. Дядя Антон, не увольняйте ее, пожалуйста. Все решено. Я неблагодарных не потерплю. Таня испугалась. Ей хотелось скорее найти Игоря и объяснить, что она не имеет отношения к увольнению Наташи. Наверняка он уволил меня из-за Таньки, она донесла. Метит на место хозяйки склада, а то и дома вообще. Прекрати. Наташа, честное слово, я здесь ни при чем. Легка на помине. Сидит себе на складе, в ус не дует. Да я тебе сейчас кость, ты пообрывай! Эй, оставь ее в покое, прекрати! Татьяна Савельева после смерти бабушки переехала жить к своему дальнему родственнику Антону Ивановичу Мелехову. Однажды Татьяна застала в доме Игоря сына Мелехова, в которого была влюблена с детства. Но Антон Иванович выгнал Игоря и запретил Татьяне общаться с ним. На работе Татьяна познакомилась с Натальей, подругой Игоря. Татьяна узнала, где его можно найти. Между Натальей и Татьяной вспыхнула ссора. Защищаешь ее, да? Ну и оставайся с ней. Вы друг другу стоите! Счастливо оставаться. Ой, Рёва-корова! Я правда ничего не говорила дяде Антону. Я не хотела, чтобы ты поссорился со своей девушкой. Да, Наташка мне не девушка. Дружили просто. Правда? Поехали, подвезу. Поехали. Я очень серьезно отношусь к нашим с Игорем отношениям. И я думаю, что он также серьезно к ним относится. Я поняла.
значит, хочешь открыть свое дело, да? Да, да. Да не хочу я тратить жизнь свою на то, чтобы заработать просто деньжат на старость, чтобы считать мешки или старые моторы разбирать. Это же не жизнь. Конечно. Мне нужна свобода. Я хочу свою мастерскую, чтобы можно было разработать новую модель мотоцикла, участвовать в гонке. Вот, вот это правильно. Вот так и надо. Да разве в этом городе что-нибудь возможно? Одна коррупция и интриги. Послушай, у тебя все получится. Я в тебя верю. Верю. Во все-то ты веришь. Ты у меня феномен, Танюх. А мне верить нельзя. А я думаю, что можно. Ну, про Игоря, мне кажется, это ваши домыслы. Да и дядя, я думаю, без вас не пропадет, даже если очень сильно расстроится. Вам прежде всего нужно разобраться, любовь это или детские мечты. Я все думаю, что же будет, когда твой отец узнает про нас. Вот когда узнает, тогда и будем думать. Я люблю тебя. Была бы моя воля, я сегодня же увез тебя из этого города. Жили бы друг для друга. Детей бы завели. Может, ты помиришься с отцом? Это невозможно. И что тогда делать? У меня с квартирой. Живу у приятелей. С деньгами тоже швах. Я ничего не могу тебе дать. И какой, интересно, я должна сделать вывод? Не знаю. Может, нам реже встречаться? Хорошо, давай реже встречаться. Давай, я пойду, ладно? Я дядю Антону обещала пораньше прийти. Таня была разочарована. Она втайне надеялась, что Игорь предложит ей жить вместе. Татьяна, ты не заболела? Вялая какая-то, грустная. Да нет, все хорошо. Ты не рыпайся, и все будет хорошо. Вениамин Кострикин, 50 лет, без определенных занятий. Мы просто поговорить. Пусти. Положи на место. Вот так, спокойно. Я поговорить. Игорек дома? Здесь не живет. А где он живет? Адресок бы. Я его лучший друг. Хочу навестить. Прошу вас, уходите отсюда. Советую не рыпаться. Как зовут тебя? Лапочка. Таня. А у Танечки есть адресок Игорька? Ничего у нее нет. Ну, нет и суда нет. Но учтите. Обманывать меня нельзя. Вредно для здоровья. Порезаться можно. Все, Татьяна, после работы никакого гуляния. Домой будем вместе возвращаться. Видала какой? Это же бандит Костик. С кем Игорь связался? Год назад он исчез из города. Все надеялись, что его посадили. А вот как все обернулось. Дядя Антон, можно я не пойду сегодня на работу? Я... Не ходи. Полежи, поспи. А мне надо. Таня не собиралась спать. Она должна была срочно поговорить с Игорем об опасном госте. Я не понимаю, чего он от тебя хочет? И почему он утверждает, что вы с ним друзья? Это старая история. Ты говоришь, что ничего не знаешь, и все. А я молодец. Поехал за Танечкой просто так, на всякий случай, но фарт всегда на моей стороне. Малышка привела меня к дорогому Игорю. Ты не рад? Не рад.
Таня, иди домой. Иди, Таня. Пока, иди. Пойдем, Игорь. Таня поняла, что Мелехов был прав. Игорь действительно что-то связывает с этим опасным человеком. Так, это взяла. Это взяла. Все. Расчет получи, привет. Наташ, я ничего тебе плохого не сделала. А мне все равно. Ты что, с ума сошел? Ты что сюда пришел? Зачем? Надо поговорить. Наташ, выйди, пожалуйста. Я на минуту попрощаться, срочно уезжаю. Подожди, как ты уезжаешь? Я поеду с тобой, правда? Мне все равно, где жить, что есть, правда? Я просто хочу быть с тобой, я не могу без тебя. Нет, это невозможно. Да ты не любишь меня просто. Я люблю тебя, но должен ехать один. Ну почему? Почему? Объясни, почему? Не могу. Просто верь мне и жди. Игорь, постой! Я вернусь, и все будет хорошо. Таня хотела верить, что Игорь вернется, но не могла. Ее пугало, что Игорь не объяснил причину спешного отъезда. Уехал? Уехал. Но почему? Почему? Я не понимаю. Почему? Денег половине города должен. И с ворами повязан. Игорек твой. Наташа, ты мне не ври. Я тебе не верю. Да ты просто ревнуешь. Не хочешь, не верь. Валерьянки выпей. Вечером Татьяна ждала Антона Ивановича, чтобы отметить удачную сделку, которую он заключил в тот день. Игорь, ты... Боже мой, ты не уехал! Я не смог уехать просто так. Ты расстроилась, я видел. В общем, я хочу рассказать тебе все. Подожди, только не сейчас и не здесь. Потому что сейчас вернется дядя Антон, и тогда точно будет скандал. И пока он не вернулся, пообещай верить мне и ждать. Хорошо, я буду тебе верить и буду тебя ждать, но сейчас уходи. Прошу, уходи! Это дядя Антон. Попались. Отвлеки его, отведи на кухню, пока я уйду. Дала бы хоть куртку снять. Я купила шампанское, чтобы отметить вашу удачу. Давайте выпьем. Да, за удачу. Представляешь, Танюша, у меня все получилось. Кто там? Сиди тихо. Кухня не ногой. Дядя Антон, не надо, это Игорь, это я его впустила. Мы с Игорем встречаемся давно. Я люблю его. Что же ты за дурочка? Игорь, безответственный человек. Тетка твоя любила его как сына. Потакала во всем. Вот и вырос эгоист. После Людмилиной смерти оказалось, что она помогла Игорю взять огромный кредит под свое поручительство. Игорь растратил деньги и скрылся. А долг выплачивал я. Мне пришлось продать большую часть бизнеса. Ну, вокруг интриги и коррупция. Игорю просто не дали развернуться. Не дали развернуться. Он так и сказал, когда вернулся и снова попросил денег. А я не дал. Тогда он украл старинный амулет, который... Достался Людмиле от ее бабушки. Как украл? Наш амулет? Нет, я в это не верю. Игорь не мог этого сделать. Да его же даже во время войны не продали. На нем была надпись «Наследницам рода». Игорь предал память матери. Это была последняя капля. Он вор твой, Игорь, и я выгнал его. Боже мой, я не знала об этом. Я правда не знала. Рассказ Мелехова поразил Таню. Игорь больше не казался ей несправедливо обиженным.
Татьяна Савельева после смерти бабушки жила у своего дальнего родственника Антона Ивановича Мелехова. Она тайком встречалась с его сыном Игорем, в которого была влюблена с детства, и с которым у Мелехова был серьезный конфликт. Вскоре Игорь собрался уехать, спасаясь от местного криминального авторитета Кострикина. Оказалось, что недавно Антону Ивановичу пришлось отдавать долги Игоря. Кроме того, Игорь украл старинный амулет, передававшийся в семействе Мелеховых по женской линии. Таня позвонила Игорю и договорилась о встрече. Как ты мог? Ты просто обязан вернуть амулет во что бы то ни стало. Это сейчас невозможно! Не кричи на меня! Ну хватит, ну успокойся, ну. Ничего не изменишь. 2 года прошло. Сейчас все по-другому. Мы же любим друг друга. И должны прощать. Я не хочу любить вора. Я сделаю все, чтобы вернуть этот амулет. Просто поверь мне и подожди. Нет, я не могу. Я не могу тебе больше верить. Уезжай! Таня не хотела любить человека, которому не доверяла. После всего дядя меня не выгнал. И от этого мне еще больше стыдно перед ним. Он оказался хорошим. А Игорь? Игорь меня просто обманывал и держал в неведении. Но Игорь, к сожалению, не принц. У него очень много проблем. Готовы ли вы любить реального Игоря? И готовы ли вы разделить с ним его судьбу? Я не знаю, верить ему или нет. А вы послушайте себя. Послушайте свои чувства. Прошел год. Таня старалась забыть Игоря. И злилась на себя за то, что часто вспоминала о нем. Таня, здравствуй. Здравствуй, Игорь. Машину купила? Нет. Это Антона Ивановича. У него просто в последнее время со зрением стало не очень. Вот я и вожу. Ты не ждала меня? Я ничего и никого не жду. Просто живу и работаю. А у тебя как дела? Вот, передай отцу то, что я задолжал. Еще. Заработал? Или по знакомым назанимал? Ты стала жестокой. Нет. Я просто стала умнее. Пока. Таня ругала себя за то, что нагрубила Игорю. Но вместе с любовью в ее душе жила и старая обида. Танюш, присядь. Вроде радоваться нужно. А кроме обиды, ничего не чувствую. Игорь долг вернул. Говорит, заработал на приисках. И амулет выкупил. Бери. Он принадлежал твоей семье. Теперь я буду смотреть на этот амулет и понимать, что раньше я боялась признаться в том, что не могу жить без Игоря. В том, что боюсь поссориться с вами. Боюсь остаться на этом свете одна-одинешенька. Но теперь мне все равно. Я ухожу. А как же я? Сына потерял. Знаю, что сам во многом виноват. Но для тебя все сделаю. Живи как хочешь, только не уходи. Ведь ты мне как дочь. Таня поняла, что Антон Иванович – единственный человек, которому она была по-настоящему нужна, и решила остаться. Танюш, Мелехов где? Тебе чего?
Сидите здесь на своем складе, нифига не знаете. Игорь в больнице. Как в больнице? Почему? Так, в больнице из-за Кострикина. Игорь 2 года назад взял у него в долг на автомастерскую. Потом задержал выплату. Его поставили на счетчик. Потом он взял какую-то очень дорогую вещь, заложил ее, получил много денег. Но у Кострикина растут проценты не по дням, а по часам. Ничего не понимаю. Что ты тараторишь? Почему Игорь в больнице? Его порезали. Он деньги отдал, а проценты отказался платить. Где он лежит? Первую городскую. Я туда. Я тоже туда. А склад на кого останется? Ну когда же он уже загорится, ваш этот склад несчастный? Через несколько дней Мелехов забрал сына из больницы. Не спеши, потихоньку. Где постелила? В его комнате. Спасибо, спасибо. Дальше я сам. Побегу за лекарством. А ты куда собралась? С Наташей договорилась. Буду жить сейчас у нее. А здесь тебе тесно? Или не хочешь меня видеть? Мне просто очень стыдно. Я должна была ждать тебя. В жизни иногда и взрослым мужикам не разобраться. Я очень сильно тебя люблю. Не судите, да не судимы будете. Древняя истина, про которую человек часто забывает. Вот и кидает его от огромной любви до всепоглощающей ненависти. Это пришлось пережить и Татьяне с Игорем. С одной стороны, Татьяна готова была перечеркнуть свою любовь к Игорю. А с другой, она ведь даже не дала ему возможности рассказать всю историю. Умение принимать и прощать любимого человека дается только людям, которые сами способны любить. И, к счастью, Татьяна оказалась именно таким человеком. Надо помнить и знать, что любые незавершенные проблемы не остаются таковыми и в конце концов разрешаются.